Сложно переоценить значение воды, ведь вода – это и есть жизнь. Вода питает все живое на Земле, каждую клеточку нашего организма. А что скажут дети о воде, о ее свойствах и роли в жизни человека? Да, люблю, она очень вкусная, пить, души мыть, а еще мыть посуду, чтобы пить, купаться и чистить зубы и мыть руки, чтобы здоровым быть, а еще зубы чистить, чтобы пить, быть здоровым. Чтобы жить. А еще терять одежду. Много-много. Вот так. Я люблю пить водичку. Много. Два раза. Я отдохну. Я ночью пью. Ну, много, короче. Много. День один. Я одну. Пью одну. Немножко сока. Чистую. Свежую. Кипятерную. Например, в море пить воду нельзя. Она соленая. Из луж воду пить нельзя. А какую можно? Газированную, лимонад. Обычную, не грязную. И всякие лимонады. Угу. Нет. Я скажу правду, да. Вы столько? Да. Много. Много. Конечно, много. Сохраним будущее. Сохраним воду, сохраним будущее.